На сегодняшний день каждого жителя нашей страны интересует вопрос, каким будет основной закон России. Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» провело пресс-конференцию, посвященную поправкам в Конституцию Российской Федерации, где представило пакет своих правок. Приморье узнало о предложениях «Справедливой России» одним из первых. Прежде всего, это, конечно же, тот людоедский закон, который был принят в прошлом году. И, по сути, для многих это закон об отмене пенсии, так называемая пенсионная реформа, которую мы считаем надо немедленно отменять. И установить в Конституции возраст 55 и 60 лет, соответственно, это возраст выхода на пенсию. Еще одна поправка от «Справедливой России» касается обязательной индексации пенсий и социальных выплат. Хотя сегодня перерасчет и предусмотрен, однако характер он носит не ежегодный, а регулярный. Мы предлагаем внести конкретику. То есть мы предлагаем в Конституции внести пункт о том, что и пенсия, и социальные выплаты должны регулярно, но ежегодно увеличиваться. Потому что такое регулярно? Раз в 5 лет это регулярно? Да, регулярно. И раз в 10 лет это тоже регулярно. Мы настаиваем на том и требуем, чтобы был внесен пункт о том, что повышение социальных выплат и пенсий раз в год. И причем крайне важно, процент повышения должен соответствовать проценту инфляции. Также в число поправок от партии вошли приравнивание минимального размера оплаты труда к уровню прожиточного минимума, запрет государственным служащим, занимающим высокие посты, иметь двойное гражданство и многое другое. Корректировка Конституции вызвала большой общественный резонанс. Активность разной степени полезности проявили множество партий, объединений, общественных организаций по всей стране. По словам руководителя Приморского отделения, поправки «Справедливой России» — это то, что действительно нужно людям. Добавим, прием поправок заканчивается 2 марта, а 10 числа Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении. Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев, новости на восьмом.